пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор мыльной основы жидкой концентрат 100 мл. Жидкая основа – отличнейший удобный базовый компонент для любителей самодельной косметики и мыловарения. Это один из новых универсальных видов основ для жидких гигиенических средств, которые можно использовать и для тела, и для лица, в зависимости от того, что вы добиваетесь к основе. Учитывая, что жидкость концентрирована, ее можно значительно разбавлять глицерином, базовыми маслами, экстрактами, добавлять кремообразную основу, например, для гель-крема и еще много другого полезного. Основа дает хорошую пенку. Сама по себе она уже может быть использована без добавок, а лишь с разбавлением. Мыльная основа жидкая – это прозрачно-ватая желеобразная жидкость с оптимальным мягким сочетанием стабилизатора, пенообразователей и смягчающих волосы кожи компонентов. Из жидкой основы возможно создавать мыло, шампуни, крем-гель для душа, жидкий скраб для бани и многое другое. Преимуществом является то, что жидкая основа отлично растворяет обогащающие добавки и активы, сохраняя их полезные свойства, передает цвет красителей, ароматы эфиров и отдушек, удерживая скрабирующие компоненты. Средства, изготовленные на основе концентрата, обеспечивают бархатистость и увлажнение для вашей кожи. Свойства жидкой основы таковы. Жидкая, желеобразная, полупрозрачная, содержит ПАВК, стабилизатор, запах нейтральный, хорошо ароматизируется. Для тела и волос хорошо смывается, хорошо окрашивается, мягко увлажняет. Может использоваться для создания крем-мыла, гель-мыла, мыла-суфле, жидкий скраб, крем-мыла, шампуня, также бальзама. Нейтральный pH. Вот такой, думаю, в бутылочке мы отправляем мыльную жидкую основу нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!